Здравствуйте, меня зовут Кристина Довголь, я руководитель женского онлайн-издания Ivona Big Mirnet и одна из трех участниц проекта «Перевоплощение» от Philips. Мне, как и моим коллегам, очень часто приходится тестировать бьюти-новинки, которые появляются на рынке, поэтому я с радостью согласилась принимать участие в этом проекте. Плюс, как и любой девушке, мне нравятся какие-то изменения в своем внешнем облике, особенно весной, всегда хочется чего-то новенького. Собственно, поэтому я буду меняться вместе с двумя другими участницами. Для первого этапа моего перевоплощения мне понадобится новинка автостайлер Philips Pro Key. В принципе, могу сказать, что работа журналиста очень непредсказуемая, может достать тебя везде, поэтому всегда нужно выглядеть хорошо. Буду пробовать сегодня сделать локоны и такую суперукладку. Здесь есть несколько температурных режимов, которые вы выставляете под свой тип волос, свою длину, а также в зависимости от того, волосы у вас окрашены или не окрашены. Можно сделать более упругие локоны, сделать мягкие волны, которые сейчас тоже в тренде, такая пляжная волна. Все это делается благодаря режимам температурным. В автостайлере Philips Pro Key можно выставить определенную температуру. Это 170, 190 и 210 градусов. Можно также указать время для завитка. Это 8, 10 и 12 секунд. Соответственно, на 12 секундах у вас будет такой более упругий завиток, как у Кэрри Брэдшоу, например, из сериала «Секс в большом городе». Если 8 секунд, то будет больше похоже на такую легкую волну. Локоны можно направить к лицу или от лица, либо выбрать режим смешанный, то есть часть локонов будет повернута к лицу, часть от лица. В принципе, тоже какая девушка как больше любит какую укладку. Я, наверное, буду выбирать вот этот средний режим. Будет, я думаю, неординарно и как-то необычно, ярко. Ну и вот это самая главная кнопка, которую нужно удерживать все время, пока делаешь локон. Самое главное ее не отпускать до звукового сигнала, пока автостайлер Philips Pro Key не даст знак, что локон уже готов. Собственно, я приступаю. Еще, девушки, хочу отметить, что если в таких проблемных местах, например, как сзади, на затылке волосы, чтобы лучше подкручивались, можно их дополнительно вот так вот скручивать и потом только вставлять в автостайлер. Так локон будет еще красивее. Хотела рассказать одну историю. Почему для меня важно, чтобы вот часть, о чем я говорила, да, чтобы вот эта часть была холодной. Когда я училась в школе на выпускной, у меня была прическа тоже с локонами, как у всех, в принципе, наверное, на выпускных прическа с локонами. Мне делала ее старшая сестра такой плойкой советской, зеленого цвета, может кто-то вспомнит и вздрогнет. Она была такой очень странной, эта плойка, и я помню, как мне прижгли ей ухо. Это было очень страшно, после этого я много лет не могла пользоваться плойками, особенно не могла приближать их близко к голове, ну, к корням волос. Мне всегда было страшно. Видимо, производители подумали о таких, как я, и как раз учли. Им точно никак нельзя обжечься, он абсолютно безопасен. И, кстати, тоже что могу сказать, если, например, оставите его включенным и уйдете куда-то, то он тоже выключится через определенное время автоматически. Лучше, конечно, с таким не экспериментировать, но это тоже важно, ну, то есть тоже такой плюс безопасности. В принципе, вот такие вот локоны получились. Осталось мне совсем немножко их начесать. И сейчас посмотрим через минутку, что получится в итоге. Вот такие необычные локоны у меня получились. Для меня ощущение абсолютно непривычное, так как я уже говорила, обычно хожу с прямыми волосами. Немножко я их уложила лаком, распрямила руками, придала им определенную форму. Ушло на это меньше 30 минут, я даже думаю, где-то за 20 минут можно справиться, если приловчиться делать это каждый день, либо регулярно.
Создатели автостайлера Philips ProKia создали специальное приспособление для того, чтобы можно было легко очищать его. После каждого использования, в принципе, или как только будет нужно, вот таким образом можно позволять ему оставаться всегда чистым. Не забывайте об этом. С вами мы увидимся уже через неделю. Также я хочу вам сказать, что ролики о перевоплощении моих коллег не менее интересные. Смотрите их тоже на главной нашего проекта. И еще анонсирую небольшой такой сюрприз. В конце проекта уже тех, кто будет смотреть, ждет подарочек небольшой от Philips. Ждите и до встречи в следующих видео. Пока!